Дамы и господа, здравствуйте! Наступила зима, холодно, и сегодня я вам презентую очень качественный, хороший дом. Этот дом выполнен в классическом стиле, в лучшем смысле этого слова. Сейчас модно, есть запрос на современные дома, в современной стилистике, но также многие люди хотят традиционных ценностей, и особенно когда они выполнены хорошо. Вот тут самый такой случай. Мы находимся в поселке Летово. Это между Калужским и Киевским шоссе, в 7 километрах от МКАД. Здесь тихо, полностью обжитой коттеджный поселок, всего на 30 домов. Живут очень солидные люди, чиновники хорошего высокого уровня, бизнесмены. Рядом находится известные коттеджные поселки Антоновка, Бедлийская деревня, Бедлийское предместье. Это хорошее, престижное место. Дом расположен на участке 20 соток. Комплекс строений представляет собой жилой дом, домик для персонала справа от меня. Он двухэтажный, очень уютный. В нем на первом этаже кухня, санузел, на втором большая спальня, холл, кладовая, гардеробная. К ней примыкает навес, гараж. Также есть просторная мастерская. Вообще в этом объекте, доме есть масса опций. Ну, можно сказать, все, что нужно для жизни, на все запросы. Мы стоим перед домом. Обратите внимание, во-первых, на огромную парковочную площадку, где может уместиться много автомобилей, и вот на эту стену. Посмотрите, пожалуйста, это ручная роспись, итальянские мотивы, а еще есть одна роспись в дальнем углу участка, вон там, там вообще великолепный вид, очень интересный. Посмотрите, это вид где-то вот из горной итальянской деревушки. Участок огорожен высоким забором, высотой от 2 с лишним до 3 метров, капитальным, ворота автоматические. Общая площадь строений 425 квадратных метров примерно. Они выполнены из кирпича, в классическом стиле, как вы видите. Много каменного декора. На участке выполнен ландшафтный дизайн. Множество деревьев. Обратите внимание, здесь 8-10-метровые ели, 10 сосен, туи. Участок разделен на две части. В одной части больше лесная, другая более парковая. Пойдемте, я покажу вам ее подробнее. Мы в яблоневом саду на фоне высоких сосен и елей. Здесь дорожки из натурального камня, качественный газон. Вообще у этого дома центральные коммуникации – это газ, электричество, канализация центральная. Но собственная скважина, причем очень глубокая, 120 метров. Также есть центральная ливневка, вокруг дома сделан дренаж, широкая бетонная отмостка, освещение на участке. За моей спиной зимний домик и примыкающая к нему крытая зона барбекю. Видите, такой с кровлей в форме китайской пагоды. Посмотрите, какой прекрасный домик барбекю. Он отделан лиственницей, очень аккуратный, уютный. Я думаю, здесь очень приятно проводить время с друзьями и близкими. И зимой, и летом. Он отапливается. Хочу обратить ваше внимание на очень красиво выполненные и удобные террасы в доме. Вот видите, вот на первом этаже это из кухни выход. Потом вы увидите из дома, я покажу.
красивая, отделанная плиткой, круглой формы, терраса, окруженная балюстрадой, ступеньками. И на втором этаже большая терраса, балкон, куда выход из спален, и тоже прекрасный вид открывается. И это очень красиво и уютно. Здесь зона с фонтаном и розарием, ну и скамейкой. Представьте, как летом здесь хорошо проводить время. Оригинальный детский городок. Он в виде корабля, видите, колокол Ренда, двухэтажный, с горкой, с канатиками, с местом, где можно сидеть детям. Прекрасное место для детского времяпровождения. Также здесь есть качели. А вот эта зона, видите, она сделана с подпорной стенкой. И здесь тоже интересный ландшафт. Здесь и плодовые деревья, и сосны, и березы, и огородики есть также. Приглашаю вас в дом, где я о нем немного расскажу. Итак, мы в доме. Я нахожусь в холле, в котором попали из прихожей. Обратите внимание, на полу штучный паркет, очень красивый. Он из дуба и красного дерева вставки. Посмотрите на двери. Это дубовые двери, очень высокие. Они не все высокие в доме, но вот в данном случае очень высокие. Вот, стены покрыты качественной декоративной штукатуркой. Здесь в этом доме все качественно и красиво. И дом как будто новенький, хотя он совсем не новенький. Вот так нужно жить, так нужно следить, так нужно ремонтировать. Из холла двери ведут во все помещения, я вам их кратко покажу. Здесь находится санузел, он с душевой кабиной, удобный, хороший, и кабинет. Маленький, удобный кабинет. Великолепные шкафы из дуба. Двустворчатая дверь ведет в кухню. Кухню в столовую. Прекрасная оборудованная кухня. Техника Мили. Вот с грилем, не только с плитой. Встроенной техникой. Купербуш. Духовка. Камера. И вы знаете, здесь как будто бы никто не живет. Хотя здесь живут люди. Настолько все идеально чисто и великолепно смотрится. Вообще, ремонт решен в стиле Прованс. Вы сейчас увидите великолепную мебель в стиле Прованс. Но вот этот стиль уже виден в кухне. И мне очень нравятся здесь террасы. Посмотрите, выход на террасу, отделанная плиткой, окруженной балюстрадой красивой. Эта дверь очень необходимое помещение в доме. Это кладовая при кухне. Она небольшая, но она обязательно должна быть. Это нужно. Мы в гостиной в стиле Прованс. Красивый камин, отделанный камнем и мрамором. Дорогая итальянская мебель. Стол, другая мебель и большой эркер с видом на участок. На первом этаже также расположена жилая комната. Здесь также прекрасные шкафы, мебель может использоваться как спальня или как что-то другое. По этой прекрасной лестнице, сделанной из моренного дуба, широкой и комфортной, мы поднимаемся на второй этаж. Второй этаж также представляет собой холл и расходящиеся двери в разные комнаты. Здесь планировка классическая. Три спальни, одна из них мастер-спальня, тоже стиль Прованс, выход на большой круглый балкон с видом на участок. И здесь находится собственный санузел. Еще одна спальня, она мне особо нравится, в первую очередь мебелью, которая установлена. Ручной работы, из бука. Прованс просто здесь во всей красе. И тоже выход на большой балкон. На втором этаже есть общий санузел. Огромный, 15 квадратных метров. Здесь ванная, джакузи угловая и сложная многофункциональная душевая кабина. Важное помещение на втором этаже. Просторное, с окном гардеробное. Цокольный этаж особо интересен. Прежде всего, покажу вам помещение, в котором совмещен кинозал с проектором и такая комната отдыха
кабинет с антикварной мебелью. Из нее, да, здесь находится еще красивый электрический камин, и из нее выход в зону сауны. Здесь комната отдыха с ротанговой мебелью, с душевой, ну и зона, и помещение парной, и также еще и санузел, туалет. В цоколе также расположено большое помещение хозяйственное. Это постирочная, здесь техническая мойка, гладильная, сушильная. И из нее довольно большая кладовая, где собраны всякие соленья, варенья. Тоже нужное помещение в доме. Ну и техническое сердце дома. Котельная. Сложная система очистки воды. Немецкий котел, немецкий бойлер и даже резервный котел для жидкого топлива. Наша экскурсия по этому прекрасному дому закончилась. Подробнее планировки, описание, фотографии смотрите на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!